Сейчас рано-рано времени. Собрал я с собой яйцо, 6 десятков куриных и 6 десятков перепелиных. Ну, перепелиных я всегда на 2-3 штуки там больше кладу, мелочь, приятно. Вот, и сейчас заберу 7 маранчиков, цыплят у меня покупают. Ну, я смотрю, у меня там один вот слабенький. Я продам 6 маранчиков. Вот, выходят 7-го, подарок будет. И там есть один цыпленочек, помесный, черный. Это у меня купили цыплят, уехали люди. Я начал инкубаторы убирать, у меня вывелся еще один цыпленок, девать некуда. Он будет с цветным яйцом тоже, но у него белые лапки. Так что как-то так собираюсь, еду. Ну вот, собрал я 3 ячейки. У меня перепелиных по 20 штук. Это у меня куриные. Тут внизу у меня белые, такие бежевые. Тут у меня такие темные. 30 штук темных, 30 штук светлых. И сейчас пойду из брудера достану цыпляточек. У меня в коробочке они будут сидеть с отрубями. Кстати, цыпляточек, видите, посадил я в коробочку. iHerb. Это фирма американская по поставке всяких БАДов для здорового образа жизни. Не только для похудения, но и для поддержания детей, женщин, мужчин, людей в возрасте пенсионного. Разными микро-макроэлементами, добавками, витаминами. Я обязательно сегодня еще приеду, вам вскользь покажу. Все баночки, какие я купил себе для того, чтобы поддерживать свое тело во время тренировок. А также не забывайте, вот тут внизу есть кнопочка, по-моему, с этой стороны, спонсорство. Если вы подключитесь на любое спонсорство, вы будете видеть все сообщения, все видео по здоровому образу жизни. И там я обязательно на днях разберу все добавочки, которые я заказал, и для чего они необходимы. Вот он, мой красавец. Живые всех живых. Да, Тоська, гуляешь? Киска. Вот он, черный мой котик. Опа, вот так я угрузился. Я все время раскладываю, чтобы ничего не разбилось. И накрываю тряпицей, чтобы ничего не уехало, не улетело, а то я гоняю так, что у меня все по машине прыгает. Еду. Не еду, а прям чутя. Уже позвонили покупатели яйца. Договариваюсь я четко всегда по времени. Сейчас вот 9:32. Я уже подъехал, так что поеду потом цыплят отдавать и еду за орехами. Цыплята всю дорогу пищат. Так, собираем яйца обратно. Трансформер. Как-то стояло. Вот так, по-моему. Тик. Перепелиные яички. Тик. Все. Опаньки. Все в пакетике, аккуратненько. Пойдем. Ну что, все, 600 рублей заработаны, курочка по зернышку, сейчас цыплят отвезу, продам. Ну, поеду потом, считай, на эти деньги куплю себе сухофрукты, орехи, и нужно машину заправить. Да, езжу не на воздухе и не на воде. Так, ребятки, еще 1300, итого я заработал 1900. Ну, сейчас поеду, куплю я орехов. Наверное, на эту сумму, считай, почти что, ну, поменьше. И остальное заправлю машину. Ну, все, приеду домой вам. А, зайду еще в аптеку, но это придется уже покупать на свои кровные. Мне нужно купить глицин и рибоксин. Приеду домой и вам обязательно досниму в конце видео. Кому интересно, посмотрите, какие я БАДы, витамины употребляют для здорового образа жизни. А повторюсь, кому очень интересно, то, ребят, у меня в группе спонсорство,
Есть разные видео по спортивному образу жизни. Я даже недавно выкладывал полную тренировку второго уровня. Была и начального уровня, там упражнения я показывал. Тренировка. Так что, кому интересно, смотрите далее. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, ставьте палец или вверх, или вниз. Но оставляйте комментарий, если вы чем-то довольны или недовольны. У нас от второй продольной к третьей продольной есть связующая такая дорога, по-моему, Менделеева, если не ошибаюсь. Так вот, здесь есть мостик небольшой через ЖД пути. И там ямы по колено. Вот неужели нельзя заделать ямы, чтобы не было вот таких проблем? Едем меньше, чем 20 км в час. Люди просто боятся попасть в яму, потому что мостик узкий. Ямы просто вообще, ребят, вон, смотрите, они гигантские. Сейчас я доеду, вам покажу. Вот вроде бы дороги-то в Волгограде сделали хорошие. А здесь вот, смотрите, какие... Прям это, как будто снаряды упали. Понятно, все боятся, едут аккуратненько, чтобы себе не повредить ходовую и колеса не повредить. Приехал вот островок, сухофрукты. Смотрите, какой выбор тут огромный просто. Все здесь есть, что хотите. Вкуснотища. Так что здесь самые полезные орешки и сухофрукты. Сейчас еще чернослив и курагу возьму. Все накупил, оплатил. Сейчас все это в пакет и поехал быстро домой. Я все время заправляюсь на Роснефти. Не знаю, мне нравится эта заправка. А вы на какой заправляетесь? Пишите в комментариях. Так, ребятки, все, приехал. С пакетика достал. Я хочу вам показать, какие я покупаю себе орехи. Этот запас мне на месяц. На месяц. Сразу говорю, вот это все я купил на 2700. На 2700. Тут где-то по 400, по полкило каждого ореха. Я это растягиваю на месяц, то есть получается меньше, чем, ну, 95 рублей, грубо говоря. Ой, тьфу. 9,5 рублей в день. 9,5 рублей в день на 30 дней. Вот где-то так умножьте 2700. Вот, я правильно, по-моему, посчитал. Что я купил? Тыквенные семечки. Это узбекская курагана, очень сухая. Это чернослив. Хороший такой, прям вот классный. Не плющенный, а прям целенький. Первый раз я взял в этот раз кешью. Это лещина, лесной орех, фундук. Миндаль, ребят. Это бразильский орех. И фисташки. Вот эти орешки я всегда использую себе на перекус понемногу. Они очень питательные. Но так как я не ем мучное, не ем сладкое, ничего, это у меня как вот перекус приятный, вкусный. В течение дня, на завтрак, после обеда, на полдник там перекус какой-то еще, где-то еду... Если без обеда, без завтрака нет возможности покушать, я вот с собой набрал в пакетик и грызу. Очень удобно. Забежал. Чего ты там? От кити-кити вышла, да, сорока? Сейчас надо будет инкубаторы все перевернуть, воды долить, пищал, а то этот уже кормить птицу и делами заниматься. Ну вот, встретился машинами. Купили еще 26 яиц утиных, так что сегодня еще капнуло 750 рублей. Итого 2650 за день. Ну, лучше, чем 1900. Это у меня вот такая рисковая подработка на дому. Вот такие графики. Изучаю все. Посмотрим, как получится, что получится. Чуть по чуть, везде по чуть-чуть. Курочка по зернышку. Как обещал, я показываю вам вот мой набор. Сейчас я еще принесу одну бутылочку. Минутку. О, все, сбегал.
Итак, ребят, большую часть вот из этих препаратов, кроме карнитина, креатина, L-карнитина и коэнзим Q10, остальное все я заказал на сайте iHerb, как показывал коробочка на одном из видео, в которое я цыплят отвозил. Вот, iHerb, и фирма у меня это Now Foods. Now Foods, американская фирма. Эти препаратики все, это все БАДы, это добавки, минеральные, витаминные добавки, которые мне помогают восстанавливаться после тренировок, насыщают мой организм витаминами и тому подобное. Ну, в группе сообщества я обязательно сейчас все сниму еще видео, расскажу про каждый БАД, для чего он нужен. Так что не прощайся, и кому интересно, все могут в группе в группе спонсорства, на доске сообщества я ссылочку размещу, посмотреть это видео и узнать, какие именно препараты и для чего. Всем добрый вечер, ребят. Ну все, я поработал, все сделал. Я вот, оп, в трениках, в футболочке, пью коктейльчик перед тренировкой. В заключение видео я что хотел сказать вам. Продал я сегодня, получается, 26 яиц на 750 рублей. Продал я 6 цыплят, один слабенький я в подарок отдал и один поместный в подарок отдал, потому что начал убирать бруд инкубатор, а у меня там выявился цыпленок, когда я всех цыплят уже продал, мне забрали. Вот, подарок тоже поместный. И продал сегодня 6 десятков куриных и 6 десятков перепелиных. За яйца 600 рублей, за цыплят 1300, 120 за 6 цыплят, плюс 100 рублей доставка. Получается 1300 плюс 600, 1900 и плюс 750. 2650 я заработал на птице. Вот. И плюс, как вы видели, да, я немножечко подрабатываю на бирже. На бирже подрабатываю. Вот сегодня у меня получилось подзаработать тоже 3600 и на бирже. Не всегда везет. Я только учусь. Только-только начинаю учиться работать там. Это как казино. Главное не профукать все сразу. Понять, как все работает, как алгоритмы. Это очень рисково. Можете поизучать, но будьте внимательны. Если не сможете быть постоянно у компьютера, то лучше вложите в обезличенный металлический счет, в золото, либо в палладий, либо в платину, в банке. Самый лучший банк – это Альфа-банк. Там самый минимальный спред. Вы приехали, деньги положили, ну, подгадать можно даже низкий самый курс. И ждите, металлы всегда будут в цене. Тем более золото. Да, у них котировки растут, падают. Вы всегда сможете деньги забрать. Еще раз говорю, конечно, нужно следить за котировками. Возможно, когда мега рост, лучше приехать в банк, перевести в рубли, дождаться, когда металл упадет, потом опять положить деньги с рублевого вклада. Таким образом вы сможете постоянно приумножать деньги, не давая вот этим колебаниям съедать доход. Но это маленькое отступление. Я стараюсь диверсифицировать свои заработки, не только птица, не только основная работа, но еще вот открыл для себя такую работу, как Мосбиржа, как брокерская торговля, да, через брокера. Обязательно дальше я расскажу и сниму видео, отчет, насколько это успешно, насколько это удачно. Я еще раз говорю, это очень рискованно, и я и в проигрыше уже побывал, так что имейте в виду, что играем, но не заигрываемся. Получаем доход с умом, дозированно, потому что втягивает жадность до денег, к сожалению, у нас у всех, так как мы в общей массе не богатые люди. Азарт поглощает, и иногда просто ты можешь не заметить момент, когда ты по такому щелчку можешь проиграть большую сумму. Вот. До следующих видео. Вот такое заключение по скриптум.
Удачи, успеха, еще раз хорошего самочувствия.